Монако, Рок, Металл, Кардан. Ну, просто это я как бы сделал бы, но много возни всякой. То есть, получается, чисто ударку я мог бы забубенить. Надо начать гитару сверху наваливать. Не знаю, посмотрим. Там еще темп такой едкий. Там получается, по-моему, 130 с чем-то. Поэтому 16-м там будет медленный кардан. То есть, там будет тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А секстолями там достаточно будет быстровато. Поэтому, может быть, придется, да, в этот... в секстолями вваливать. Айостро Монако набери в Ютубе. Как раз, ну-ка, сейчас посмотрим. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна в Сент-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если ты... Ну, пока как вокалист, конечно, хуже звучит. То есть она как-то прямо объемнее, у нее эти прикольные Монако, такие вот концовки прикольные. Тебя рядом не... Зачем солнце, Монако? Это прикольно, да. Для чего, скажи мне, луна в Сент-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль. Я открываю шкаф и голову ломаю. Что мне к тебе надеть, я вечером не знаю. Продумал я сто раз, я как попрощаюсь. Ведь ты так смотришь на меня, что я теряюсь. Ты и я, отдельный мир во всей вселенной от тебя. Прошу лишь одного, держи меня. Ты изо всех как можно крепче, я тебя. Я бы делал бы тяжелее куплеты, потому что слишком большая яма, то есть ждешь Рубилова, то есть можно было бы сделать, допустим, я открываю шкаф и голову. Допустим, отсюда же пошла бочка. Что мне к тебе надеть, я вечером не знаю. Продумал я сто раз, я как попрощаюсь. Ведь ты так смотришь на меня, что я теряюсь. Ты и я, отдельный мир во всей вселенной. Потом побыстрее там и так далее. Слишком большая дырка. Меня, ты изо всех как можно. Ну, железа не хватает. Держи меня, ты изо всех как можно. Такой ступ раз. Надо было делать в первую часть, а теперь должно было уже подсыпать немножко железа. Меня, да, по чайной, ты изо всех как можно крепче, я тебя. Здесь должен был быть форшлагач обязательно. Тпам, с римшоточем. Тебя. Это очень хлипкие гитары, они какие-то прям песочно-зернистые, такие вот, то есть какие-то не джентовые. И опять посадка, да? Люди, каждый второй по одежде лишь судит. Горы небес переломанных судеб. А то могу, но мы не с тех улиц. С кем мы останемся, время рассудит. Может быть, завтра нас так же забудут. И пусть люди спросят, то и... Ну, как бы да, это лучше, чем ничего, но можно было бы сделать мясней прям метальный. Здесь получается, уже можно было пускать Double Time где-нибудь здесь. Карданочки нет. Куда без карданочки нельзя делать? Ну, как бы виловато, да. То есть, опять же, говоришь, лучше, чем ничего, но прям мясо какого-то убойного, как могло быть, не получилось. Не дожали ребята. Странный расщеп. Да, он какой-то такой этот, как его зовут, Том Джонс. Секс бомб. Какой-то такой тоже. Не шарят металл. Ну, не очень шарят, да. Они как бы такие какие-то добрые рокеры. То есть, прям реального металла убойного. Не зажгли.